Всем привет! Сегодня просто крутейший день. Это уже четвертая встреча с Рустамом, а видео, если не ошибаюсь, пятое. Сразу подписывайся, ставь оповещение, колокольчик, лайк, ну и комментарий пиши, что Иван, Рустам, вы лучшие, вы красавцы. Короче, мы сегодня работаем в полях. Я учу, получается, Рустама общаться с, неважно с кем, но на равных. И вроде как, если не ошибаюсь, мы даже успели договориться о том, что человек, которому мы подыскивали возможности установить установку, ну, опять же, кто как ее назовет, я хотел бы звать ее «Островок с кофе с собой», некое соглашение о сотрудничестве, и мы, возможно, станем компаньонами этой франшизы будущей. Предложил ему просто другую часть города забрать. Человек, голова очень хорошо работает, он понял, как работают все процессы, и это просто замечательно. Вот вроде бы, да, человек не занимался вообще подобным, никому не звонил, ни с кем не общался по телефону из незнакомых лиц. Тут же он знакомится, грубо говоря, с будущим владельцем франшизы по кофе с собой, и уже есть возможность сейчас на безвозмездной основе, просто через него купив аппарат, который еще в очереди надо дождаться, сделать стойку по его, соответственно, чертежам, просто закупив строительный материал. Пожалуйста, заходи, никакого тебе роялити, никаких тебе там взносов там при покупке франшизы, как это многие делают. И еще плюс поддержка 24/7. Ну не круто ли? Так что, ребят, если вы сейчас желаете уже присоединиться к этой будущей крутой франшизе, могу каждому выслать, пока есть время, пока еще у вас не так много, информацию по тому, сколько эта стойка, что за аппарат, какую кофе мы используем, какие расходники. Обязательно мне пишем в личку, либо ему, либо мне, и мы обязательно вас познакомим с этой всей крутой командой. Сегодня обошли возле станции метро Озерки торговый центр, окей, бизнес-центр, смотрим, где есть возможность установить, общаемся, знакомимся с собственниками, прям в наглую ко всем подходим, говорим, дай номер, надо, очень, что у тебя, твой кофе, давай со своим кофе, давай, до свидания, шучу, нет, у нас такого нет, мы улыбаемся, мы со всеми более лояльно общаемся, нам тоже в ответ улыбаются, делают комплиментики, красавцы, заряжаем, короче, всем бодрого, зажигательного настроения, а у нас сегодня в бизнес-квартире обучение. Виктор будет просто блистать, потому что маркетинг для чемпионов, это, я не знаю, такого не должен пропустить никто в своей жизни, и обязательно посмотреть хотя бы раз его. Виктор Золи, ты красавец. Если ты посмотришь когда это видео, знаешь, что половина людей, которые к тебе приходят, это мы зовем. Шучу. А может и нет. Но вообще, ты рад, что ты в БК пошел, кстати, вопрос такой? А если те, кто куда... Вот, вот, смотрите, самый прикол. Те, кто ходят в БК, я такие, я не получаю знаний. На меня не выделяют нужного внимания. Да блин, ребят, все зависит от самих вас. Если вы будете каждому подходить, брать Инстаграм, телефон, правильно их записывать, чтобы потом в сегментике, в поисковике своего телефона находить еще их, а не просто записал, блин, как я его записал и забыл. Нет, это так не работает. Ты должен прям написать, Рустам, Wildberries, увеличение прибыли в 2 раза, настройщик, маркетплейсер, Питер, БК. Круто? Все понятно, стопудово найду, если он мне понадобится. Короче, бомба, пушка, пулемет. Ребят, не забываем подписываться, оповещение поставить, чтобы не пропустить видео. А мы пошли дальше общаться с людьми, которые хотят нас вознаградить сегодня деньгами. Ну, блин, каждый труд должен оплачиваться. Всем добра.